Привет, друзья! Меня зовут Ольга, а вы в моем журнале «Жизнь нараспашку». Впереди Новый год, а это значит, что есть в печи все на стол мечи. Я предлагаю вам сделать собственного изготовления скумбрию в бутылке. Это настоящий деликатес. Рыбка получается вкуснее копченой. Попробуйте и оцените, а для этого надо ее сделать. Свежемороженая скумбрия солится в рассоле, а золотистый цвет – этот цвет ей придают луковая шелуха и чай. Засолка скумбрии в домашних условиях очень проста. Рыбка жирненькая, поэтому на вкус она покажется малосольной. Для рецепта засолки скумбрии потребуется свежемороженая скумбрия 3 штуки. Для рассола 1 литр воды, луковая шелуха 2 горсти, сухая заварка черного чая 2 столовые ложки, соль 1,5 столовые ложки, 1 столовая ложка сахара. Что нужно сделать? Берем сырую скумбрию, естественно размороженную, потрошим, промываем, отрезаем головы, если они есть, хвосты. Готовим рассол для засолки скумбрии. Наливаем в кастрюлю воды, засыпаем соль, сахар, чайную заварку и луковую шелуху, доводим до кипения, затем остужаем и процеживаем. Следующий этап – работа с бутылкой. Обрезаем обычную пластиковую бутылку. Она будет использоваться в качестве емкости для засолки. Удобнее будет бутылка 1,5 или 2-литровая. Верх, естественно, нужно срезать. Рыба вставляется в бутылку вертикально. При нормальных размерах в бутылку помещается 3 рыбины. После засолки рыбы бутылка просто выбросится. Выпотрошенную скумбрию без голов и хвостов вставляем в пластиковую бутыль и заливаем соленым чайным рассолом. И представьте, что через 24-30 часов ваша малосоленая жирненькая скумбрия готова. На боках рыбок могут оказаться светлые пятна в тех местах, где они прилегали к стенкам бутылки. На вкусе это точно никак не отразится, а пропитка рыбы идет изнутри. Будьте здоровы, приятного аппетита! Так и слюнки у самой потекли. Всем пока!